Как вы посмели сюда прийти? Кто-то в тюрьме покушался вчера на жизнь Ковача. Поймите, он выдаст всех, он показания решил дать. Откуда вам это известно? Нам сегодня утром звонил следователь Ковача. Немеж к 10 поедет в тюрьму. Можно было сказать это по телефону. Вы сразу бы сбежали отсюда, без меня, конечно. Машину мы бросили. Доехали на такси. Что же вы молчите? Успокойтесь, лучше сядьте и закурите. Нам надо бежать, пока не поздно. Ну, хватит. Подождем.